не на пенсии, в отставке, и на них по-прежнему китель, а не пиджак. Они, как и раньше, служат родине, хотя задачи стоят уже иные. Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск отмечают свой праздник. Среди приглашенных – герой России Александр Головашкин. На примере многих старших товарищей, наставников, я оказался на службе и отдал ей 27 лет своей жизни. Служил России, не жалея себя. За проявленные мужество и героизм Александру Головашкину указом президента присвоено звание Героя России. 2007 год. Хасавюрт. Подразделение «Булат» выполняло задание «Поиск боевиков». Внезапный огонь. Майор Головашкин отдал команду назад и закрыл собой командира группы и отход сослуживцев в безопасное место. Получил ранение. Был эвакуирован. Долго лечился в госпитале. Сейчас часто встречается со школьниками, чтобы те росли на достойных примерах. Очень важно, что ветераны МВД участвуют в общественной работе на территории нашего городского округа. Мы с Александром Семеновичем, наверное, в неделю два раза пересекаемся, значит, проводя общественно-патриотическую работу. И школы, детские сады, и дома культуры. И многих я вас вижу. Хотелось бы чаще, но не получается. День ветеранов, органов внутренних дел и внутренних войск – повод встретиться, вспомнить годы службы и, конечно, получить почетные награды и благодарности. Они в отставке, но такой активности могут позавидовать молодые коллеги. Уроки мужества, профилактическая работа, увековечивание памяти ветеранов – это лишь часть общественной нагрузки, с которой они превосходно справляются. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».